Всем привет, с вами Матмёт, мы с вами будем играть в игру под названием Guns Core & Cannoli. Такая вот веселая игра про зомби. Так, давайте начнем новую игру. Ставим уровень нормально. Что? А, тут, видимо, можно на несколько игроков играть. Да, но, к сожалению, я играю один. Сейчас посмотрим. Запрет алкоголя, банды гангстеров. And I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games. Однажды ко мне позвонил мистер Балучио, шеф мафии. Попросил меня найти парня. Что-то не было. Что-то было не так в этом городе. Странные отчеты об инцидентах и ужасных убийствах. Ну, вы сами, я думаю, можете прочитать субтитры. О, господи. Тупо город мертвых, и мы будем играть мафиозником, отправившимся туда. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Капоне Соп Китчен. Пьяный кто-то там ест полицейского. О, все, кажется, начинается движняк. Сейчас мы проверим. А, и да, двигаться, окей. Спейс-прыжок. Джей, чтобы стрелять. Окей, игра, значит, без клавиатуры. Ой, точнее, без мышки. И вот под такую веселую музычку 30-х годов мы, собственно, и расправляемся с врагами. Ох, неожиданно он выскочил. Отстань от меня. Падла быстрая какая. А. L для выбора следующего оружия, M для выбора предыдущего оружия. Да, вот нам надо было, конечно. Ой, вы посмотрите. Зомби научились стрелять. Панчлайн. Сейчас посмотрим, что как действует гранатка. Замечательно. К для удара ногой. Патрончики. Find them, you freaking lunatics!
Так, мы скоро уже доберемся и до... Ух, поглядите, что делает. О, еще и взрывоопасный толстячок. Что за хинт, я не понял. Сраный регбист. Господи, как было тяжело с ним расправиться. Я не понял, как прыгать дальше. Чё за хинт? Ух ты, чё я нашёл? Да, это получше. Жизни у нас, правда, ни хера уже не осталось. Может, тут какие-нибудь жизни есть? Да, вон какие-то боеприпасы. Ой-ой-ой, все, жопа мне, наверное. Не, еще живой. К моему собственному удивлению. Да, жизни бы мне дали лучше. Походу будет какой-то босс. Так, что-то я не догоняю. Так, что делать-то надо? А, это типа, походу, мне продержаться просто надо. Ой, это что-то новенькое. Да, плохо то, что не пишет, сколько мне продержаться именно нужно. Гранатку пусть словит, падла. Так, вот, наконец-то этот рычаг приехал. Фух.
все, нафиг отсюда сваливаем.